дачный сезон подходит к концу. Самое время позаботиться о том, чтобы садовый инструмент отправился зимовать чистым и ухоженным. Я покажу, как это сделать. При помощи ацетона чистим от грязи металлические полотна секаторов, пил, совков, тяпок. Смачиваем в нем тряпку и тщательно протираем каждый инструмент. Если режущие части затупились, затачиваем их точильным камнем. Теперь смазываем инвентарь техническим маслом и заворачиваем в бумагу. Если у инструмента есть пружина, как, например, у секатора, оставляем его открытым. В расслабленном виде пружина будет дольше служить. Складываем все в коробку. Упакованный таким образом садовый инструмент пролежит до весны в целости и сохранности. Нержавея и послужит вам верой и правдой в будущем сезоне.